У нас в гостях Ольга и Мария Болгарские, которые пришли на турнир Санкт-Петербург Ladies Trophy. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь увидели, как вам наш турнир? Ну, надо сказать, что я вообще первый раз на турнире вот так вот, чтобы прийти и посмотреть. Но мне очень впечатлило, потому что, конечно, когда ты смотришь это вот воочию, да, то это очень завораживает. Тем более... Мама начала узнавать... Теннис. Теннис, да. Да, мама плохо знала просто правила игры, в отличие от Маши. Ну, расскажите, дочку вы отдали в теннис, я так подозреваю, если моя дочка знает теннис лучше. Да. Ну, она занимается где-то в третий год, вот, и тебе нравится? Конечно. Заниматься. Маша, расскажи, что такое для тебя теннис и как тебе наш турнир? Турнир хорошо. Я уже не могла сдержаться, я кричала с места. Мама говорила: тихо, тихо, Маша, ты нас сейчас выгонят отсюда. Ну да, потому что нельзя, да? А какие матчи вы посмотрели? За кого болеешь, Маша? За Машу Шарапову. Ну, здесь мы ее не смотрели. Ну, вот мы смотрели матч с Винчи и Бабыш. Тебе, ты за кого болела? За Винчи. За Роберто Винчи. Бабушке мне тоже жалко. Ну, нам очень понравилась игра, потому что она такая показательная для нее, когда человек может собраться вот в самый последний момент, потому что такие вот психологические факторы, он очень важен в этой игре. Так что мы получили огромное удовольствие. Маш, ты третий год занимаешься теннисом. Вот что для тебя такое теннис? Что самое интересное в нем? Может быть, встречи с друзьями или тренировки, на которых ты концентрируешься? Расскажи вот все свои эмоции. Ну, во-первых, это тренировки, на которых я концентрируюсь, и я должна выложиться. Отбивать мяч хорошо, чтобы он летел низко над сеткой, и изгибать ноги. Подходить к мячу правильно, да? Да, делать разножки. Маш, как ты думаешь, детям важно вот с ранних лет начинать играть в теннис? Думаю, можно. Ну, сложно. Сложно. А что еще удалось посмотреть? Может быть, представление шоу видели, как теннисистки выходят на корт, вот под такие, под темные такой? Нет, к сожалению, еще нет. Ну вот пришли первый день. Может быть, надеемся, что увидим что-то такое интересное. Да. Маш, ну пожелай нам что-нибудь напоследок нашему турниру. Я хочу вам пожелать. Спортсменам удачи. Спортсменам удачи, чтобы они были собраны. И никогда не сдавались, да, наверное? Да. Спасибо большое. У нас в гостях были болельщики, любители нашего прекрасного турнира. Спасибо.